Уявіть ситуацію, ви йдете по вулиці, раптом бачите, що у хлопця з кишені випадає гаманець. І інший же підбігає та його забирає. Як будуть реагувати люди? В цьому експерименті нам допоможе Денис, а також Томас. Вони приєдналися через групу ВКонтакті «Провокація». Тримай гаманець, бережи його, як зіницю ока. Ну що, готові? Готові. Все, поїхали. Да, я уже на 700-летии, жду тебя. Да. Василёк. Да, давай. Да, думал встретиться с тобой сегодня. Да. Товарищ? Да. Да, хотел увидеться. Он как бы... Да. Ой, вот вы. Красавелла. Как тебя звать? Спасибо. Всеволод. Камера. Программа «Провокация». Спасибо, Давид. Все, привет. Как дела? Да, хороший день сегодня, я думал увидеться с тобой. Да. Да, хорошо. Буду ждать тебя здесь. Я 700-летие. Вот кошелек твой по мужчине. Что нового? Мужчина! Телефона! Мужчина! Давай отсоединимся, подожди, телефон, да, я тебя подожду. Кто? У вас выпал телефон из кармана, вон пацан побежал с ним. Пойдемте со мной. Пойдем. Почему? Поможете. Вы же видели его. Это программа «Провокация». Да? Да. Социальный эксперимент. Ну, блядь, сдай руку хотя бы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. А ты не снял? Вы не снял. Спасибо. Давай, проходи, молодец. Бачу, трошки постраждав, там явно якийсь борець був, тому що професійно схопив тебе, так? Да. Трошки небезпечно у нас буває робота. Слава Богу, що я. Це був не я. Дуже добре, що знайшовся небайдужий громадянин, який бачив, що вкрали гаманець, і врешті-решт його спіймав. Тримай. Все. Може, встретимся? Встретимся давай з тобою. Да. Давай встретимся з тобою. На 700-летие тебе подожду. К Чити подойду, да. Да, давай. Ну и там встретимся с тобой. Хорошо, буду ждать тебя тогда. Вот напротив Чити на остановке. А. Хорошо, да. У тебя кошелек. И увидимся с тобой давай. Буду тебя ждать на 700-летие, да. Кошелек у тебя. Да, хорошо. Договорились. Подождите, сейчас домой. Да, хотел бы с тобой увидеться. Встретиться. Созвонимся с тобой давай, да. Сейчас маршрутку жду. Давайте поделимся. Не надо. Давайте поделимся. Отдал. Да, давайте поделимся. Не хотите, как хотите. Та ты что, здорів? Та ж ти поділимся. Та дай сюди. Ну не хочеш поділитися? Подожди, я зараз його позву. Так от я буду. Дай сюди. Все, пане. Ну да. Да? Давайте поделимся. Зачем? Он, ну, не взял сюда. Нет?
Ну ладно, спасибо. Ой, у вас кошелек упал, Чего? Не заметил. Чего? Кошелечек. Не хотите поделиться? Нет. Ну ладно, до свидания. Не кричите ему, тихонько. О, кошелечек. Кошелечек. Да? Да не, не мой. Его парня. Да, 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 да. А что у него тут? Молодой человек. Не кричите, не кричите. Давайте лучше поделимся тихонько. Да ничего не говорите. Тише, тише, тише. Только не кричите, да, только. Молодой человек. Денежка, не кричите, давайте. Не кричите, что вы. А что вы делаете? Давайте денежку. Что значит давайте? Капец. Парень, что такое? Не хочет? Эй! Мужик, что тут у нас? Уже поделимся. Слышь, смотри, тут нормально. Чего? Да давайте. Отстань. Ментов? Да какие менты, что? Ну ладненько. Я побежал. Тихонько. Давайте поделимся. Не кричите. Да не кричите, не кричите. Да, ну, да не кричите. Ну, перестань. Ось таким чином ми завершимо наш експеримент. Ваші враження від нього, хлопці? Много людей обратило внимание на то, что у меня украли кошелек. В нашем городе много небезразличных людей. Uh-huh. А ты думаешь, что скажешь? Говорить с тобой. Я как вор, как убегал от тебя. Но на самом деле людям все равно. Ну, то я чувствую, что они кричали, так, что вкрали. Все равно они могут буквально сказать в спину пару слов. Uh-huh. Эй, молодой человек, я свободно брал кошелек и уходил. То есть uh-huh. был единственный человек, который меня остановил. Uh-huh. Это вы видели, да? А куда ты... На самом деле я просто уходил. Без никаких, я даже не сильно убивал. А коли ти пропонував гроші людям? Ніхто ж не взяв, так? Ніхто не брав деньги, так. Да. Але все одно вони йшли в інший бік і все. Вони боялися, говорили міліції. Ага. Вот. Ну, все одно вони байдуже, як говориться, йшли. Угу. Тобто вони не бігли, так, за Томасом казати? Ну, ніхто не біжав. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що після цього відео люди стануть більш такими небайдужими, так? Гуртованими, так? Все, спасибі вам величезне. Все, дякую. Ну а ми продовжимо далі. І поруч зі мною молода, гарна дівчина Світлана. Вона вагітна, як ви помітили. Вітаю вас із цим. Спасибо. Давайте перевіримо, чи підкурять черкащани вам цигарку? Давайте спробуємо. Ви ж не палите? Ні, так, я не палю. Вас буде зажалка підкурити. Спасибо. Не буду вас підкурити. Спасибо. Вас не буде підкурити. Проконсультируем, спасибо. Растягивайте, а то она сейчас опять... Да сейчас. Вы же беременны. Я за всю жизнь только 5 сигарет набираю. За всю жизнь? Да, за всю жизнь 5 сигарет. И все. Когда развелся, выкурил. И когда сошелся, я шучу.